я больше могу. После Пасхи. Поплотнее садитесь, пожалуйста, поплотнее, туда дальше, дальше, поплотнее. Где можно? Мне место заняло. За пост. Моя жена, ты чего? Зачем? Мне не надо. Мы догадались. Виктор Андреевич. Заметил? Молимся. Царю небесный, утешителю души истины, и в жизни весы, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, селися в ны, и очистим и от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Прибудь с нами, благослови наше собрание, чтобы мы пребывали всегда в истине Твоей. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Из коридора, заходите сюда, еще есть места. Ну, пока батюшки нет, Татьяна Кузьминична, болящих, нуждающих на нашей помощи. Болеет Варвара и Анна, Кручины. Николай тоже заболел. Вся семья Кручины заболели. Все, значит, заболели. Да, Николай заболел, температура. Так, а Третьякова такая же петрушка. Оля Политыкина болеет до сих пор. У нее постоянно высокая температура. Татьяна Кузьминична, Игорь вчера звонил, он болеет. Девчонки болеют, по-моему, только не болеет. Подвиньтесь туда еще. Игорь Третьяков болеет.
Так Игорь Третьяков болеет у нас. И Акелина болела, но говорит, тихо, тихо. Все там девчонки. Дети, тихо. Любовь Петровна. Ну, эти старицы наши держатся, но Любовь Петровна еще так. Вот Маргарита тоже крепится у нас. Но молимся за всех. Александр Алексеевич, за всех тоже крепится. Да. Вот, ну, путешествующие у нас. Алевтина Пантелеевна путешествует. И вот сегодня батюшка, значит, будет у нас. Путешествующие. И еще хотела сказать, звонила Капилина Валентина Сергеевна из Казахстана. Это что, она у нас в лагере работала, приезжала с внуками. Вот. Она постоянно смотрит ролики Игнатия Тихоновича. И вот услышала, значит, что у меня не было, и позвонила. Всем поклон низкий передает, помнит нас. Трудно приехать. Я говорю, приезжай в лагерь. Ой, очень хочется, но трудно приехать. Очень дорого. Вот так все. Наступает Страстная Седмица. Сегодня так называем у нас Вербное Воскресенье. Это так называется только у русских. И за рубежом точно так же Вербное. На самом деле это Воскресенье Вая, ветвей. Как бы там. Потому что когда Господь шел, то там вербушек не было, там не растут вербы. А срывали пальмовые, срезали пальмовые листья и постилали на дороге. Но у нас какие сейчас листья? Вперед распускается верба. Поэтому мы только вспоминаем то событие, которое было почти 2000 лет назад. Поэтому так у нас называется уже Вербное Воскресенье. Вот и начинается Страстная Седмица. Вот у нас в храме не будет молитвы эту неделю. Кто близко у кого храма, желательно посещайте, помолитесь в храме. Вот. Особенно такие начинаются уже богослужения с четверга. В четверг совершается литургия Василия Великого. Это в этот день как бы Господь совершил тайную вечерю с учениками. То есть говорят, первая литургия была самим Господом совершена, где Он преподал ученикам хлеб и сказал, примите, едите все из тела Мое. Преподал вино и сказал, пейте от нее, это есть кровь моя. Вот. В четверг вечером будет чтение 12 страстных Евангелий. Евангелий всего 4, но 12 берется, там 12 чтений из разных Евангелий, берется о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Вот. В пятницу, на утреннем богослужении, будет вынос плащаницы, то есть изображение Господа, как лежащего его уже в гробу. Вот. А вечером будет крестный ход с плащаницей вокруг храма. Это в пятницу вечером будет уже. Вот так вот. Ну, в субботу литургия Василия Великого. И далее уже вечером будет 12 часов. Начинается светлое заутреннее пасхальное. Вот, и литургия. Я приеду утром в понедельник, как всегда было. В понедельник утром у нас будет пасхальная молитва. Вот та же утренняя по пасхальному чину. Пасхальная, как и в ночь. Ну вот это я вам напоминаю. Еще раз напомню вам сегодняшнее евангельское апостольское чтение. Это было послание апостола к филиппийцам, 4 глава. С 4 по 9 стих. Еще раз дома прочитайте и если забывается, то выпишите крупным буквами и повесьте где-нибудь на видном у себя месте. Чтобы это всегда напоминало. Что нам нужно, чтобы Бог мира был всегда с нами? Что для этого нужно сделать? Вот. Возьмите это всегда, чтобы это было напоминанием вам. А то не знаю как, опять не могу сдержать. Исповедь, раз, и все одно и то же. Не могу, говорит, гнев во мне такой, вот что-то это, ну... Ну сколько это ж можно, гнев-то такой, ну. Значит, вот это. Ко мне какие есть вопросы? Я сказал, в понедельник приеду, в понедельник. Если жив-здоров буду. Батюшка, а как вот
на Пасху будет приблизительно там. Дороги нет никакой. Я сейчас не знаю, как сегодня приеду. Придется пешком, наверное, идти. Потому что на снегоходе уже, наверное, не проехать даже. Потому что вода, если распустит, то даже на снегоходе не проехать. Поэтому я договорился. У нас там есть люди, которые нанимаются. Трактор только. Да и трактор не пойдет, не пройдет. Если это гусеничника, но гусеничник сейчас заводить его, это надо готовить, понимаете? Это дрон теперь нужен. Да, это очень сложно. Беларусь не пройдет, потому что местами очень много снега. Где-то там проезжаем. Вот. А то, что к выборам чистили, занесло уже? Поэтому пешком я буду идти по линии напротив, дойду дома, а там будут, ну, подойдут к этому встретить, потому что кое-что заказали купить к празднику. Поэтому придут кто-то там пешком, двое, трое встретят. Так, наверное, будет. Ранняя зима, ранняя, у нас столько снега вокруг храма, и в этом году, говорю, не придется, наверное, и вокруг храма крестный ход делать. Сделаем, наверное, так мы по храму, через школу, через спортзал, внутри сделаем, потому что там невозможно пройти, там идти выше колен будет снега, а как его убрать, он не стаял еще, ничего. Ну вот так вот, такое. Снегоходы. Батюшка, так вода будет на полях-то или оттаяла земелька-то? Ну, земля в этом году проверзла очень сильно. Ну, понятно, это заморозило. В Корчиной было уже когда вот это, ну, где, в феврале месяце, умер один человек. Это мне рассказывает племянник, он там живет. Ну и занимается похорон по району, есть специальная фирма, которая по всем селам. Говорит, она приезжает, она все там, гроб привезет в гроб, могилу выкопает, зароет, все она, все услуги делает, ну, деньги платит и все. Это хорошо, людям нравится это, что не надо там, а то своих мужиков нанимать, надо им каждому по бутылке, там они еще напьются пьяные, до конца не докопают, там, да что-нибудь и, или узкую сделают, или короткую что-то могилу-то. Вот, поэтому... Всем нравится, что это хорошо. А вот они приехали, как обычно, мужики, говорят, 2 часа приносите, 2 часам будет готово. Это в Корчине. А там оно как-то так, немного там где снегу, и земля глинистая, а осень была мокрая, то есть земля сильно промокла. А теперь морозы, и промерзла почти чуть не до 2 метров земля. Они принесли к 2 часам хоронить, а они еще 0,5 метра не выкопали. То есть там откалывают по кусочку. И только, говорит, похоронили человека в 7 часов вечера. Уже по темноте только могли. То есть вода в землю мало впитает. Почти не впитает, потому что земля сильно промерзла, снегу мало было. Поэтому земля, вода просто скатится куда-то. Вы слышите, видел я немножко по телевизору, как на Алтае. Особенно самая, говорит, паводкая ситуация такая экстремальная, это в Алтайском крае. Смотрит, дома прямо по окон, выше окон. У мужика, видать, пчелы были, он пчелы на сарай, на крышу поставил, эти ульи затащил как-то. На крыше стоят пчелиные ульи, там скотину куда-то, ну, затопляет так. Ну, нас-то не затопит там, а. Но просто вода может сойти и все. Понимаете? Как? Да. Поэтому вот так вот. Жаль. Вас там не затопит, Агния? Нет? Нет. Да? Лучше путаться в именах, чем их не было. Банана, пожалуйста. Так, что, мне какие вопросы? На 5 часов будем переводить? Да, все, после Пасхи на 5 часов. Следующее богослужение когда будет у нас? Ну, у вас вы будете на Пасху ночью, и в понедельник утром я приеду. Все, а там тогда уже договоримся, когда будет. Вот. С 8 часов будет читаться у нас деяние. Ну, с 8 часов вечером. Как было вы всегда? 8 часов деяния начинает, и все. Ну, а ты потом там 12, так. Севастьян, тогда откроешь царские врата. Откроешь свечи. Все с вечера. Да, в тумбочке лежат свечи, там свечи. Суббота на воскресенье. В храме вы это постилаете, делайте все. Я у себя в алтаре все вчера прибрал, сегодня утром я все приготовил. Вы здесь что в храме, приготовьте все белое. Оно у вас, это облачение, должно быть. У меня-то нет его отношения. Так, еще какие вопросы?
Никаких больше нет. Ну вот, хотелось бы узнать про Никиту Устинова. Как он там служится ему? Вы-то, ну, наверное, а что он служит? Знаете. Служит хорошо. Говорит, сейчас на какие-то учения там поехали. О. На машину вроде его посадили, он же права-то он получил. О. Готовили машину, вроде он на машине должен быть. А что делает он? Ну, он не пишет. Что не там? Нет, ну там нам какие-то подробности. Зачем? Какие там? Никаких. Там все хорошо кормят, нормально. Вначале не хватало, сейчас уже, говорит, остается. Что? Да лавровый лист, говорит, остается. Так говорят. Остается. Как кормят? Да хорошо, даже остатки куда деваете? Да доедаем, говорит. Доедаем, и даже не хватает. Ну, в армии что? Кто был в армии, то знает как. Сейчас не так. Что там говорить? Но сейчас говорят так, что армия немножко стала больше дисциплины как-то, и нет такого, что там сильно, там, как раньше была дедовщина там и прочее. Вот. Да, это лучше. Ну и в то время как-то, я не знаю, я 3 года служил, но я этого не чувствовал, что у нас как-то не было такой издевательств, там дедовщины такой не было. Было старослужащие, просто что-нибудь там подшутят так это, ну, не злобно. Вот. А так, чтобы сильно не было. Ну, у нас, по-видимому, были такие старослужащие, у нас в основном были прибалтийцы. Латыши, литовцы, там это эстонцы, а они такие здоровые ребята. Но они какие-то... Воспитанные. Вот, нет, они такие вот, как-то они, как флегматические, спокойные такие они. Это. Никуда не торопятся. Да, замедленные какие они такие. Коммунизм замедленные. Вот, допустим, были у нас с юга там, у меня в отделении было, был командир отделения, в отделении были, значит, армянин и азербайджанец. Так мы каждый день их почти разнимали. Дерутся, вот начнут прям табуретками друг друга. Горячие ребята там. А те литовцы эти, вот они спокойные такие ребята, прям разные. Южная горячая кровь, а там видно, на Балтике это холоднее у них. Да они рыбу едят, поэтому, ну, наверное, так. Как рыбки. Поэтому так было. Ну, если нет, тогда занимайтесь дальше. Ангел Хранитель, батюшка. Спасибо. Все. Батюшка, вы помянули еще вот Игорь и Даниил. Это мы не знаем их, да? Да, я тоже не знаю. Попросила. А, попроси, понятно. Да. Ясно. Попросили, путешествующие. Ну, думаю, кто, а путешествуешь чтобы... мы все. Можем тебе там, кто есть родственники, почему бы и нет. Сохранил, чтобы Господь его, если он не верит, чтобы для будущего Господь, для покаяния его сохранил. Вот. Об этом мы молимся. Вот. Всегда нужно об этом молиться. Вот страшная трагедия совершилась в Кемерово. А было бы как-то, может быть, и по-другому. Вот. Великий постом это. Если бы люди были как, ну, истинно, допустим, православные или верующие, то, конечно, мы с детьми бы не поехали на это зрелище. Уже туда. Вот. Ну, поехали. Мы сейчас от нас это сокрыто. Мы не знаем, почему так Господь попустил это, чтобы совершилось такая. Это только вечности откроется. Сегодня ищут, а кто виноват, это вот там она виновата, он виноват. Ну, найдут кого-то, стрелочников, надо найти там. Обязательно найдут. Кто-то где-то что-то не подписал или подписал там, лишнее подписал. Найдут это. Но оно не в этом совсем причина-то. Причина-то, как говорил Преображенский, в фильме «Собачья сия», помните, говорит, разруха. Да, она разруха, говорит, тогда будет, когда там ее там служанка будет ходить мимо, говорит, унитаза, да, будет мимо. Вот она разруха. Разруха, говорит, в головах, а не где-то она. Так и здесь. Это случилось в головах, это все разруха это сегодня. Вот. Винят всех, вот уже доходит до того, там, что едут рабочие, рассказывают там мне знакомый, он, ну, начальник электроучастка, но едут они куда-то там работать, нужно там провода натянуть, там стол поправить, что-то. Ну, а там пруты должны были там сточное в это, а не прочистили труба. Мужики смеются, о, вот куда Путин смотрит? Труба не прочищена, а куда вода пойдет? Куда Путин смотрит? Ага, столб наклонился, чуть падает, они опять говорят, опять же, ну вот что, столб почти упал, вот куда Путин смотрит? То есть Путин смотреть должен... За всем, что есть у нас вроде бы так. Во всем Путин виноват. Ага. Что бы ни случилось, а это вот была бы власть другая, выбрали бы другого. Даже такие разговоры у нас на деревне рядом у Рыбки. Вот выбрали, если бы Грудинина, то этого бы не было. То бы этого не случилось. Понимаете, как это?
А вот к всему добавить, вот можно вопрос еще. Вот как пошла сейчас череда отпеваний, и причем говорят так, отпевают всех погибших, и в зарубежном там церкви. Как это касается? И у нас тут везде отпевают. Я вопрос просто задаю. Может быть, один раз можно отпеть? Ну, где-то патриарх сказал бы, отпоем. Они не отпевают все. Они не отпевают. Совершается панихида. Не отпевание, а панихида. Панихида, то есть помилование, просит Господи, если ему простим всякое согрешение, вольно и невольно. Там, и все. Это не таинство. Это прошение. Это не таинство. Поэтому отпевать их никто не отпевает. Отпевать-то может частно. У кого более верующие, может, пойдут там... Или там, как говорится, крещеные хотя бы там отпевают, а общее так, чтобы везде не отпевают. Совершается панихида, поминовение усопшего. Так, братья, кто у меня, значит, щитцы имеют вход в алтарь, вы как-нибудь бы там на часок бы пришли, надо этим пылесосом хоть пыль собрать, там трубы протереть бы немножко, только престола не касайтесь. Все, вот. Посредине, который стоит, это престол, его не касаться нельзя. Ну и протереть, да там пыль собрать немножко, там с полу это пылесосит. Пройди, там немного, там на час работы будет как-нибудь, договоритесь. Ну все, занимайтесь. Спасибо, Христос, ангелохранитель вам большой. Ну еще о болящих, среди болящих всегда помните брата Сергия из Воронежа. Несите его на крыльях молитвы, чтобы Господь хоть как-то, хоть немного облегчил его страдания, которое лежит уже 15 лет парализованным. И все наши болячки по сравнению с ним, с его болячками, ничто. Так что всегда помните, и никогда, никогда не прикрывайтесь болезнями. Если будете прикрываться, будете по-настоящему болеть. Ну, а теперь толкование. Нет, не надо, все, у нас больше дел, потом видно будет, время будет, нет. Да, на объявление. Я хотела сказать... Небольшой сейчас пост заканчивается. Я, все знаете, я в больнице работаю. Вот. При окончании поста, ну немножко физиологии скажу, когда мы постимся и когда кто постится, особенно кто строго постится. То есть этот пост очень строгий, то есть тут и рыбы нет, и почти нет масла, жиров. Кишечник, где вырабатываются ферменты, отдыхает. Поджелудочная железа тоже, ей работать только углеводы наших. Хлеб, да булки, да печеньки. И не перевариваются жиры, не перевариваются белки, не переваривается рыба. А на каждый вид пищи вырабатывается свой вид фермента. То есть амилазы, липазы, там разных, много-много, галактазы и так далее. И это все отдыхает. Оно за 2-то месяца вообще скажет, да, наверное, все уже. Уже не будет. Умерла. И это, они не вырабатываются, понимаете? И когда во время Пасхи начинается разговение, особенно необдуманное, обильное, в больших количествах, клетки, ну, я так сейчас грубо очень говорю, не успевают проснуться, там это совсем по-другому называется, они не успевают вот так вот сразу большое количество ферментов выдать в кишечник, плюс желчь тоже спит, желчный пузырь, печень, желчь нужна для переваривания жиров. Почему, когда вот у кого желчный, он дядя Коля знает, нельзя ни жирного, ни жареного, потому что без желчи это все колом станет. Диету нужно такую соблюдать. А тут начинается жирное, вот особенно салаты, майонезы, если нарезка, все эти мясные, не успевает вырабатываться желчь, не успевает поджелудочная. Игорь тоже это все знаком, когда резко перепад произошел, да? Это боли, это невероятные боли, когда пот капает от боли, просто человек катается по полу. То есть, чтобы вот таких приступов не случилось, я думаю, что вы все грамотные, вы не раз выходили из поста, и знаете, как это делается. Вот. Но к нам каждый день везут все-таки, в основном это бабушки. Это бабушки, у них уже от возраста мало этих ферментов. И если они что-то поели, они все как одна, говорят, вот я что-то поела, что-то новенькое, внуки принесли, а на Пасху там тем более наедятся. Это будет вот первые несколько дней, это контингент с непроходимостями пойдет. Что делать? Во-первых, не объедовываться зело. То есть всего есть по чуть-чуть и все-таки постепенно. Не надо в первый же день съесть
и яйца, и творог, и молочные все виды, а молочных очень много, и йогурты, и кефиры, и жирная творожная паста. Ну попробуйте, ведь это же всем хочется. Но не наедаться, не объедаться, побольше воды пить. И все-таки, допустим, не все виды мяса в первый день съесть. И курочка, и рыбка, и колбаска, и мясо, и нарезка, и грудинка, и еще и пельмени к вечеру. Вот. То есть старайтесь дробно пищу эту внедрять. И последнее, что, ну если уж совсем у вас не боитесь, себя можно принимать ферменты. Думаю, первый день. Самые простые ферменты, такие как фистал, там, мизим, вот такое вместе с пищей. Ну это уж совсем так сказать. Панкреатин, это все из одной группы. Трион, их очень много, есть дешевые, есть. То есть, чтобы помочь, ферменты, это те самые ферменты, которые должны выработаться в поджелудочной. Но вот в первый день, когда она еще не проснулась и не поняла вообще, что случилось, почему ночью ее накормили. Поэтому, может быть, кому-то будет вот там болезненно это. Спасибо, Христос. Во всем нужно показать рассудительность, особенно нам, христианам. Еще у кого есть слово? Игнатий Ильич, вам слово. Как говорят, какой сначала сказать, хорошее или плохое? Хорошее. Значит, мне плохое, позвонила плохое. Галина Ивановна Кубайкина. Ага. Братья, как-то к ней узнать, где она живет, и заехать, хотя бы 100 Евангелий отвезти хотела. И второе. Лидия Павловна Тарасова. Она повторила раза три. Нижайший поклон. Всех помнит, всех молится. Ну, там столько от нее приветов, от Лидии Павловны. Так что примите ее помнить. Она болеет, недавно из больницы вернулась только. Помоги ей, Господи. Дальше. А так Кемерово говорили об этой беде. Я не знаю, я мог и не расслышать что-то. Надежда. Что? Будто бы у тебя знакомые, у которой там погибли. Да. Скажи тогда, я за тобой следом. Ну, сейчас уже эта информация распространилась, да, уже там фотографии в сети гуляют, поэтому это не секрет никакой. Я училась с одной, моя была, ну, вместе мы учились в институте 6 лет, потом еще вместе были мы с ней на интернатуре, тоже пересекались в краевой больнице. Это педиатр, ее зовут Оксана, она работала, вот, может быть, даже Настя, друга, вот она часто, Настя, лежала в больнице в Шинниках, где вот кишечные расстройства у детей, инфекция кишечная. Вот там врач Оксана, она вот работает, там две Оксаны, Оксана, по-моему, Игоревна, вот она, Оксана Сергеевна. У нее дети на каникулы поехали в Кемерово, двое детей. Вот старший ребенок, ровесник моей Ксюши, ему вот должно было 16 исполнится, потому что... Поднимись, видно, что было. Ксюша, где она? Ксюша, Ливия, вот они все одного возраста. Это 2002 года рождения. Мы вместе ходили беременные, то есть примерно одновременно замуж вышли. И вот на интернатуре мы ходили беременные. То есть я так понимаю, он ровесник должен быть, мальчик Егор и девочка Алина. Вот они поехали к папе. Папа жил в Новосибирске, в Кемерово, там другая семья. И... пошли в этот центр все вместе, и та семья полностью с ребенком. Они пошли, ну, в кино, наверное, вот посмотреть, и все вместе они выбраться не успели. Их не опознали, потому что всех, кого опознали, отдали, и они уже погребенные, то есть более 20 человек, которые не обгоревшие, я так понимаю, их опознали и выдали, их уже похоронили. Двое детей, вот Маша писала тоже, в Томск привезли, они опознаны. Те, которых сложно идентифицировать, их теперь делают геномолекулярную экспертизу, и нужно будет ждать. То есть она сейчас вернулась, она здесь, в Барнауле. Ну, дети там на экспертизе. Ну, на это много написано. Я тоже выставил два ролика практически. Мне задают. Есть такое место, Евангелие от Луки, там 15 глава, кажется, говорится. Христос говорит о павшей башне. Что там сидели люди под ней, 18 человек, и башня всех задавила. И Господь говорит, что не думайте, что это самое грешное. Если не покаетесь, все так же погибнете. Ну, рассуждения сидят по внешнему. Самое правильное там Жириновский дает.
все эти замки где-то не закрываются, не проверяют, надо на первом этаже, а тут затянули туда никуда. И кто заранее двери замкнул, за ними, теперь определяет, откуда было заперто. Температура 400 почти градусов было. И так что сгоревшие не просто опознавать, они еще превратились в пыль и в пепел. Так некоторые вообще никого не получат. Вы для себя имеете в виду. И наконец выходит один священник, я как понял, с Украины он. Точно не здесь. И приносит покаяние. Это я. Виноват я. Я не учил народ. Воскресный день. Страстная неделя. Великий пост. Куда детей отдали-то? Куда? Зачем? Какое вам удовольствие от этого-то? Смотрите, как на улице и кислорода хватает, и в лес сводили бы где-то. Нет, столкнули. Приехало 3 автобуса. Ну, только, может быть, сопровождающие. Там несколько... Одни дети. Гибли-то дети. И теперь, кто рассчитал так, вот фильм длинный, это премьера фильмов, мультифильмов, вот она заканчивается, 15 минут, дети те еще не вышли. А эти в это время, другой, 3 зала, там кинозала, в это время успевают зайти, чтобы полностью было наполнено. Это все размерено было, сейчас там называют и жертвы, и специально принесли, и сатанисты, мы не знаем. Одно, зачем, вопрос остался. И священник пространное письмо написал по порядку, как мы встаем. Если бы молились, разве пошли бы туда? Понимаете? Чужим людям отдали, доверили. Пошли бы туда. И вопрос за вопросом. Я неоднократно уже об этом говорил. У нас Потеряевки было. Вздумали, суббота вечером богослужение. А собрались и поехали в какой-то там театр или что-то. Цирк. Ну, конечно, детям интересно. А что интересного-то? Пленные звери. Мучения испытывают каждый день. Да какой за ними уход-то, страшно сказать. Ну, и вот поговорил, и больше никто не поехал. И священник говорит, это я виноват. Ну, священники, да-да, но это я поп, не учил людей. Куда они пошли? Ты спроси, вот, которые отправляют где-то наши. Отдали, спихнули, а теперь, как говорят сами, выпивают, где-то живут или что-то. Другие народы так не делают. Он без матери никуда ребенок. Ну, бывает и там несчастье. Ну, помните, как отправили там, самые лучшие из Дагестана были, отличники, и самолет пассажирский на Турции, над озером, на Турции, на Швейцарии столкнулись. Они не досмотрел, кто там диспетчер-то. Калоев, фамилия его, Чечня. И у него погибли все. И он поехал туда, очевидно, кто-то помогал, разузнал, где тот есть. Видимо, какое-то предупреждение было. И ножом он где-то около 70 ран ему нанес. Зарезал его прямо в доме. Вышел, когда он. Диспетчер. Ему дали где-то около 7 или 10 лет. Но это не ГУЛАГ. Он рассказывает, там и дома такого нет, какое мы там каждый день блюдо там и отпускали. И они отпустили его раньше на несколько лет. И Рамзан Кадыров и где-то заместителем какого-то министра поставил. Понимаете, эту историю, когда берешь, они знают. И могут что-то сделать. Мы ничего не знаем и ничего не сделаем. Ну, убили и убили. Я вот, родители живут в Киргизии, жили. Я смотрел, ну, может быть, где-то ошибся один раз. Меньше 6 девчат нигде не выходят. Вот выйдут, ни одного, они ведь то ли кто-то смотрит, на улице никого нет. Они быстро, как вот воробьи, когда вылетают, они стаи. Раз, там дувал, на ту сторону нигде нету. А почему? Они смотрят за ними. В чужие руки не дадут. Я посмотрел, в Таиланде замуж ее выдают, она должна доставить справку. Ну, врача на дом пригласили этого гинеколога, там она плачет, сидит, а то все снимается. Мать уговаривает, бабушка там, соседи пришли, она должна показать, замуж идет. Должна быть справка, что она девственница. А нет, значит, ее ждет смерть. Смерть. И брат уже, говорится, с кинжалом рядом. И, наконец, она закрыла лицо, и они проверили, а теперь... Девственница, как они обнимают друг друга, как они целуют, как они рады, что было. У нас в 7 классе уже такое не найдешь. Они все, говорят, на вторую букву алфавита уже названы. Я однажды беседовал в Санкт-Петербурге, я не знаю, как я там оказался, ну тогда Ленинград был. Муллы сидели, приехали хадж совершали, которые там в Мекке были, в Медине, оттуда. Ну я задал вопрос, скажите, у вас... Какой процент сохраняет женщин, девушки, девственность до брачной ночи? Они меня понять не могут. Я начинаю на пальцах показывать. Да какой вопрос-то? Ну, 100%. Вы задайте, когда у нас собрание попов, кого он исповедует? С кем он разговаривает?
пришли в храм. Осипов, профессор Алексей Ильич, говорит, бесом служим в храме. Ролик так и называется, бесом. Купили свечи, толкают друг друга, идет поста, где... Кто радуется? Бог радуется или бесы радуются? Он просто понятно разъяснил. Нам многому можно учиться у других людей. Они могут держать себя. Я служил на Камчатке, во флоте. А людей-то набрали отовсюду. Ну, когда берут там с Казахстана или откуда, ну, у них какое море-то? И вдруг он моряк. Ну, даже никакой лычки не будет, но он моряк. Он это не знает, как тельняшку куда положить. Видно как. С ними по-разному обращались. Там приехали азербайджанцы, туркмены, таджики. Я одновременно узнал, сколько там, 5 национальностей. Я сразу начал учить все 5 языков с ними. Сразу же, чтобы с ними говорить, как они это любят. И вот вызывают, у нас там свиней держали, и куски сала давать. А ему в руки брать нельзя. Запрещает у них это. Он вот так шинель свою поставит, а ему на руку ложит. Ну куда он денется? Он только отошел, стряхнул омерзительно. Русские тоже хватает. И еще и больные. Для печени, для желчи, как свинина перерабатывается. Я видел. И прибалты. Прибалты, если были бы другие, я бы не поехал в Латвию. Не поехал в Латвию, быть может, не обратился, слово Божие не получил бы. Какие они трудолюбивые, какие они внимательные. Нам нужно учиться не просто читать книги, а живыми людьми, когда они нам встречаются. Я вот печи делал в Барнауле, и здесь живут казахи. И много я от них узнал. У нас, говорит, как замуж выходит, надевают у них там щелпан этот свой на голове. Луна или солнце не должны видеть моих волос. Просто понятно. Это они в Барнауле. Дальше обратился один из мусульман и стал священником. И показывают ее в семье. Все в платочках сидят девочки. И сидит там на игрушечной машинке, что-то маленькая машинка шьет. А ты кем будешь? Хозяйкой, матерью. Ребенку не больше 8 лет, и она уже знает, кем она будет. Не институт. И он сам такой священник. Видно, что ему ребятишек много. Он еще взял каких-то там из детдома, и ему большой автобус подарили там, он едет. Он все традиции тамошние, где у него были, он перевел сюда. Хотя ему там грозили, его никто не тронул. Я к этому потом вернусь немного. Тревожная обстановка в Израиле. Турция объявила набор почти из всех стран. То есть одновременно сразу двинуть где-то сколько, около 1000 самолетов или что-то, а там страшно сказать, какая, вертолетов поднять, задушить Израиль. Все мусульманские, которые республики, там государства, чтобы объединились. Но это как будет? Просто помолиться. Мы не говорим, что он ничем не виноват, Израиль или как-то. Мы узнаем, беда, гибнут люди. И эта тревога началась это позавчера только. Просто помолиться. Дети Сирии, где вот военные обедают, крошки падают, они садят на дороге и крошки собирают. Нам как, мимо это? Или широко рот развинул и смеемся? А раз ты никого не видел, тебя никто не увидит, когда ты будешь в нужде. Они дети-то никуда не уйдут. После нас наши грехи еще будут зализывать. Я не просто мировое какое-то сообщество. Живые люди конкретно объявили. Эрдоган объявил. Президент Турции. А что ты делаешь? Мы каждый день имя его поминаем перед Богом. Эрдогена. Рамзана Кадырова. Мы о всех молимся. И вот это может помочь. Вы знаете, я собирался в ИГИЛ поехать, и как мне ответили там помощники Путина или кто. То есть поблагодарили. В этот момент С-400. Теперь, нужно уметь радоваться. Слова должны быть и в печали хорошие. Вот примеры, как и апостол Павел пишет в послании к филиппийцам. Сегодня была 4 глава, читали. Ну ему что Павлу было не писать-то? К нему приходили. Я говорю, к филиппийцам. Ну и что? Он в тюрьме сидит. А тюрьма это не сегодня, там побеленная, там санэпидемстанция заходит. У меня дома такого нет, как там может быть. И больничка работает, больничка называется. Такой медперсонал, такие же они заботливые. Ничего тогда не было. Плесень по стенам стекает. Вернутый где там, штырь забитый, и рука одна прикована все время к стене. И стражники у дверей, как Петра, стерегли. 16 и просмотрели. Значит, мы должны помнить об этом. И Павел написал это послание, называется «Послание радости». Он 11 раз в послании говорит «радуйтесь», запятая. И еще раз говорю «радуйтесь».
И он не знал, выйдет или не выйдет. Дальше суд кесаря надо было ждать. Он 2 года сидит, ждет, пока очередь подойдет, потому что судить должен был Мирон. Это ни день, ни два. Теперь, на современные такие есть люди, чтобы в большой нужде был. Смерть грозила, он радостное письмо оставил. Вы слышали такой канон? Слава Богу за все. Это написал Григорий Петров, священник, за несколько дней до расстрела. Все, весь акафист одно, Господи, слава Тебе, как я родился, криком напомнил о себе, как меня мать выхаживала, слава Тебе за мысль художников, поэтов, изобретателей, что они дали, он все взял. Вот как надо учиться и брать этот пример. Тут немножко что-то, ну непрерывно, годами стонут, перешагни. Видимое временное, а невидимое вечное. Мы идем к вечности. Событий много было на этой неделе. Ну и для нас немного. Вот говорят, а почему Пасха не в одно время? А у евреев она была 14-го Нисана. Нисан это первый месяц, а Авив он называется еще. И Луна, лунный календарь. Он 29 дней и 6 часов. Как по-нашему-то сделать? Тогда решили так. Он после весеннего равноденствия, день равен ночи. Да, это остается в силе. Это по лунному календарю. Так, теперь 12 марта по-нашему. Примерно. Так, поворачивает уже полностью на лето. Второе. Когда его распяли, Христа, было 3 дня после полнолуния. Значит, теперь нужно первое полнолуние, а это было 31. Вот вчера было полнолуние. Нужно, чтобы 3 дня было от полнолуния, потому что распяли полнолуние, а до Пасхи 3. Если меньше, пропускаем неделю. В следующую неделю, ну, 3 дня попадает где-то там на вторник, значит, следующее воскресенье будет Пасха. Вот и высчитывается как. Особенно хорошо, потому что вот в этом году ни лунных месяцев не 12, а 13, потому что первый лунный месяц начался с нашим где-то 3-го, и называется «Голубая луна». Это второе крест. Ну так, это условно сказано. Я сказал не случайно о том, что видел. У нас сегодня гости. Господь послал нам их, опять же, через наш YouTube. И, видимо, другие какие-то там были, еще ресурсы узнали. Я потом немножко скажу вам. Вот, они вышли на нас, радостные, что нашли. Мы вчера поговорили и выставили ролик, наверное, посмотрели уже. Как звать? Нурсултан. Я сразу же кинулся в интернет и посмотрел, что он означает, когда это имя возникло. Нур-сул-тан. Султан там же. Что означает? Лучик света. А слово «султан» увеличивает целый, говорит, луч света и доброты. Вот какие имена умеет давать? У нас света только женщина, Светлана, Фатина. А у них, ну, бывает, Косынбаев, понятно, султан, а там в конце добавляет. Султаном можно было называться только одному. Потом постепенно, там, 14 века уже стало любое называться так, как господин, мы говорим. Господин, значит, рабы есть. Да какой рабы? Господин-то может быть низший раб какой-то. Так вот у них. Что означает я имя, все это посмотрел. Это люди, я не говорю с другой культуры, не нравится мне это слово. Такие же родители было. Я прочитал, когда до того интересно мне было, где-то я много узнал от Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова. Ведь Бог, как слышит, Чингиз Айтматов, герой социалистического труда у киргизов. И он пишет книгу, ему нужно образ вывести со старобрядцами. Он мало знаком, говорит, сижу и думаю, как, и вдруг стучатся. Ну, зайдите, заходят 3 православных священника, один из них наш батюшка. Чингиз Айтматов их так радостно принял, он узнал от них столько, ни одна книга не даст. Почему наше происхождение старобрядцев? Вот он сидит там, он думает, а Господь уже знает. А он другой нации. Ты послушай. Выходит в это время книга «Плаха». Она была настолько популярная. Мы ее покупали по 100 экземпляров примерно дарить. Столько там о Боге. Ну, литературные газеты спрашивают корреспондент. Ну, вы вот мусульманин. Ну да. А какой он там, коммунист? Ну, по названию все-таки. А почему же герой главный там, Аристарх, христианин? Он говорит, Мухаммад, то есть Магомед, много хорошего сделал. Но умер за грехи людей Христос. Вот открыто, прямо сказал, Христос умер за наши грехи и дарует спасение. Я с ними знался и просто говорю как. То есть он не слукавил, а открыто сказал.
Вот я хотел бы, чтобы вы немножко о себе рассказали сейчас. Я просто ввел в курс. Как узнали вы про нас и как вы решили прийти сюда, я сегодня просто пересказать не могу. Какая у них любовь была. Я вышел, когда здесь были, он на колени упал, там в кочегарке у нас, руку мою не упускает, и сынишка тут. Столько радости. У нас друг от друга даже не всегда бывает столько радости. Мы не знаем, что будет дальше. На сегодняшний момент это огромный прожекторский луч ударил по нашим сердцам. Скажите пока. Ну, не знаю, вот у меня много слов. Спасибо, что Игнат Тихонович, что вы нас пригласили. Вот, мы вас это увидели в интернете, в Ютубе. Вот, смотрели все ролики. Вот с сыном вместе с Нурсултаном. Так, извиняюсь, меня зовут Абдурахман, это мой сын Нурсултан. Вот. И вот смотрели ваши ролики, вот эти все, вот, не знаю, что у меня от радости даже все это, вот, что я вас думал. Ну, смотрим эти ролики, это Ютубе. И этот самый, думаю, как-то надо выйти. Вот, и начал, в интернете нашел я ваш телефон, вот, вчера. И вот думал, надо позвонить, надо узнать как-то это, надо выйти все-таки. Игнат Тихонович, вы такой, не знаю, даже вот все смотрим, как Потеряевка там вы восстановили с 91 года, лагерь детский у вас был, вот, Володя, вот, Владимир, вот, Сергей, вот, я видим, вот, тоже, вот, Никита Колесников тоже, видим тоже, вот, Загуляева, вот, Галина тоже, вот, как она там готовила, как это все... Четверо ребятишек, вот мужа, супруга, вот все это мы смотрим. Вот. И видим, что это люди, цветы, вот, не знаю, у меня много чего хочется сказать, даже, ну, я что-то первый раз, конечно, в таких местах, ну, даже я вот как растерялся, что ли, или так, что-то, не знаю, вот, очень много хотел, у меня, можно сказать, бесконечно у меня много, что хотел бы сказать. Ну, главное, вот, не знаю, вот, большое, огромное вам... Скажите. Большое, огромное вам спасибо, что вы пригласили вчера, вот, вы сказали, вы не против, сказали мне, если я выложу YouTube. Я говорю, почему мы не против? От чего нам скрываться? Вот, пусть смотрит весь мир, мы ничем, как говорится, никому... Ну, я знаю, что это преступники, воры какие-то скрываются, мы такого не имеем. Вот, сын у меня учится на профинтерной 40-й гимназии. Вот здесь вот, в Барнауле. Ну, я вот тоже здесь работаю, тоже вот, у меня машина стоит вот здесь, вот газель поставил, у ворот, не знаю, мешает, наверное. Вот. Вот. Ну, в общем, не знаю, вот так мы вот пришли к вам, вот, в гости, большое огромное спасибо. Мы бы еще хотели бы приехать в гости в Потеряевку, с вашего разрешения. Вот, хотим посмотреть, как там, ну, вот, в общем, не знаю, ну, со временем, наверное, будем это... Общаться, вот, знакомые, вот, не знаю, вот, в общем. Не курит, не пьет? Я не курю, не вот, также вот, нет, я никакой криминальной прошлой не имею, нигде не привлекался, как говорится, законопослушный гражданин. Вот, как вы говорите, ваш отец всегда говорил, не воруй, карты не играй. Вот так же я сыну говорю, не воруй. Я ему, конечно, не говорю, карты не играй. Вот. Не воруй, говорю, это самое. Никогда не обманывай, не ври, говорю. Лучше, чем... Горькая правда, чем сладкая ложь. Вот. Я всегда говорю, правду в глаза говорю. И никогда не вздумай, говорю, около да около. Если тебе... Слушай, внутри ничего, говорю, не держи. Все вытаскивай, иначе внутри что-то останется. Человек может, я думаю, заболеть может. Или там что-то будешь ходить, кого-то это думать, говорю. Всегда говорю, вот сына... Я его один воспитываю. Вот. Ну, мать оставил, когда вот ему было год и два месяца. Ну, вот, как говорится, жизнь борьба, сдаются только слабые. Вот я его один воспитываю, ходит на борьбу, пионер это два. Вот, как говорится, жизнь борьба, пусть борется. И вообще, я бокс, вот этот, я противник этого. Как говорится, Бог один, Бог Аллах, он не дал голову бить человека. Никто не имеет права на это. Пусть борется. Это, как говорится, халал, спорт. Вот я ему говорю так, что борься, говорю. Мало ли что, ты должен всегда быть готов к противникам, говорю. Ты должен защитник. Вот этот самый. Ну, в общем, всегда ему даю правильно, стараюсь правильно воспитание дать. Вот. Ну, еще раз большое огромное вам спасибо. Я очень даже много у меня вот эти вот
радостный вот этот. Кстати, вас тоже, я извиняюсь, тоже видел в Ютубе тоже. Да, вас помыли. Вот, потом помыли. Сергей сказал, вы вилку попросили, Сергей сказал, аристократ. Но все равно вы ему дали вилку. Вот. Каждую мелочь смотрю. Как Никита тоже фыркал, Галине тоже там, попросил ведро отнести 3 метра, вот тоже это все. Мы каждую мелочь мы смотрим с сыном, и вот и нам очень интересно, Игнат Тихонович, вот тоже. Да, как вы воров поймали, вот там, как он керосин слил, как вы плакали за него, молились, вот. Вот все мы смотрим, все. Можно вот. Вопрос? Да. Скажите, какого вероисповедания вы были и сейчас куда склоняетесь? Ну, я, как говорится, мусульманский у меня вероисповедание, да, мусульманский. Но, как говорится, кому весь... С детства, да? Ну, от родителей. Как вот Игнат Тихонович сказал, мы воспитаны коммунистическим воспитанием. При коммунизме, я как слышал про Игнат Тихоновича, тоже, я извиняюсь, за это сажали в тюрьму. Но в то время не было не так уж как. Вот сейчас вот тоже... Ходим в мечеть там, но я не каждый день хожу, в пятницу там, по пятницам, джума, намаз говорят, вот. Вот, на это вот бывает, вот, ну, вот, потихонечку, я не знаю, с возрастом интересно становится, вот, надо, говорят же, там, Богу шаг сделал, он тебе 10 шагов, ты ему 2 шага сделал, он тебе 20 шагов, вот я сделал сегодня такой шаг, я не знаю, не имеет значения мне, что мусульманский, христианский. Я просто очень рад, что пришел вот среди вас, вот здесь мы оказались сыном. Слава Богу, аллилуйя. Понравилось? Очень даже. Вот, и мы там в коридоре стоял, читал вот это все, даже прочитал, даже в джинсах нельзя в храм, вот, но я в джинсах, я извиняюсь. В следующий раз я одену такие брюки, как у вас. Джинсы в обтяжку нельзя, джинсы. Да, ну, там у меня, Потеряевку, да, только летом, когда будет дорога сухая, иначе к нам... Не батюшка, поедет. Я вас тоже видел там по Теряевке, да. Там вы шли, когда вот тоже, я все вот. Вот, я извиняюсь, вот бабушка сидит, вас тоже, вы когда шли, вору замечанию сделали, тоже вас видел, когда храм шли тоже. Вот и тебя, Нила, и ты прославилась. Да. Вот я все вижу, все вот, так, все видим. Вам просьба, вы там машину поставили, у нас ни одна машина выехать не может. Сейчас я уберу ее. Немножко хорошо. Подвинуть бы. Хорошо, я уберу сейчас. В общем, еще раз большое, огромное спасибо, Игнат Тихонович. Машину отодвину, так и не уезжайте. Водите, нет. А потом? Да. Да на ту сторону. Нет, здесь вы обязательно. Ну, в общем, вот так вот. Ну, много чего хотелось бы сказать. Потом но скажете, я думаю, мы еще запишем. Сегодня. Еще будет время, скажете. Пройдите, идите, выпьем. Да. Машину, так а пусть останется. Ты тоже ложника будет, вы точнее вернетесь. Да нет, больше. Как теперь двигаетесь, вы можете тут сесть. Видишь, сейчас уже. Не, ну не знаю, сюда. Так, хотел сказать, что на этой неделе вышла на меня одна женщина. Понимаете, звать ее Марина. И у нее одна дочка есть. Где-то дочери, видимо, 12-13 лет. Полина. Правильно, как по церковному Полина-то что? Полинария. Правильно. И она вышла на меня и... Ну, опять через интернет, вот некоторые что снимаешь-то, понимаете? Это я беру только здесь. Это не 2, не 3, тысячи человек уже пришло, тысячи. И мы их отправляем, они на фон едут, принимают крещение и поступают в семинарию. Это все через наши вот эти ресурсы. Вот вы были, мы сняли. Мы наконец-то увидели православие, когда не шалтай-болтай, а одетые по форме, полная тишина. Люди, мы, говорит, измучились искать, ни в интернете нигде нет. И мы поняли, что ничего нигде нет. И вдруг, значит, живая наша церковь православная, глядя на наше вот это, что мы снимаем, люди выносят уже решение о всей православной церкви. Вдумайтесь в это. Как доктор... богословских наук Павел Бочков о нас написал, насколько уникальная община, уникальная, то есть единственная. Мы не изменились, как были в русской православной зарубежной церкви, остались, но мы никогда не отрицали московский патриархат. И к нам ездят от них митрополиты, и говорят, у нас полное общение с патриархией через него. Но мы, над нами они власти никакой не имеют. Нам уникальное положение дал Господь. Это отдельная тема. Мы как были, поминается наш первый иерарх, Иларион, а когда они приезжают в Потеряевку, и сам митрополит произносит, или диакон святейшего патриарха Кирилла, дальше Илариона, потом Сергия местного. А нигде больше, там 200, допустим, приходов, и нигде больше это не поминается, чтобы так, на сегодняшний день-то. Это единственное, мы в две общины.
Мы заранее говорили, что мы подчинимся тому, что будет решение. А объединение речи там даже не вели, а признание каноническое, акта. Мы признаем таинство у них, они признают у нас. И вот эта женщина и говорит, я работаю таким, с детьми учу танцам. Я сразу материал о танцах скинул, а материалы о танцах у меня очень большие в 12-м томе, открытым оком. Только скажи, о чем, я тебе сразу покажу, где. К слову сказать, в одной библиотеке только книги подарил, а заходит директор. А у вас нет там что-нибудь про старообрядцев? Я говорю, 11-й том. Она сразу подмышку выйдет, я пошла готовиться, мне выступать там. Вот. Если человек спрашивает о евреях, я говорю, это три тома, 23-й, 24-й, 25-й. Обзор истории за 3600 лет. Это если бы люди, которые приходят по интернету, здесь были бы здесь, нам бы 5 зданий надо этих строить было. Но Господь знает, где вот нынче думает из других еще мест приехать, принять крещение. И она стала себе рассказывать. Я материал-то дал. А как же я буду? Одна без мужа. Меня и матери все, и отцы полюбили здесь. Но с Богом не будешь договариваться. И она буквально через день или где-то уволилась с работы. Я ожидала такой стресс, удар, и вдруг такое облегчение Господь дал ей. И вот она думает приехать, принять крещение с дочкой. Она очень дочь содержит так, она нигде лишней не бывает. И вчера она опять, я говорю, ну раньше могла бы пойти, ну никак. Вроде боится, что разрыдается что-нибудь там это. Беда какая. Марина. На Украине. Марина. Она, ну, сегодня ролик, он через неделю будет стоять с ней. За ней, чтобы помолились. Это дорого для нее, и денег нет. И она спрашивает, вот муж, ну, разведенный, думает ехать в Польшу. А теперь закон такой, он не выйдет, пока не представит справку, что элементы не платят. Иначе у нее с него ничего не высчитать. И родственники все на нее наседают, ну дай, дай. Она спрашивает, что мне делать? Я говорю, никак. Наживали вдвоем, а калину горькую пить есть одна будешь, как песня поется. Пройдите туда, ну, вперед. Сюда. Здесь, ну, вот сюда можете рядом. Я рассказываю, тут у меня с Украиной люди познакомились. И уже готовятся к крещению. С дочерью она начала работать. Это новые люди, которых мы не знаем. Но Господь нас сроднил. А сатана выставляет против меня специально отступники, они даже никому не относятся. Притом, знакомые наши. И они начинают составлять что-то, и увидят, я сказал, вот такой-то знакомый мне, они сразу сейчас вам сбрасывают, ты не знаешь, Симон, там такой-то, там, ну, вор, педофил, там, то есть что, ну, забывают сказать, что я племянник Гитлеру. То есть никакой меры, ничего нет, они не думают умирать. Но я никакого внимания на это не обращаю. Но все-таки гадость это идет. За последнее время только, ну сколько, они за месяца-три, мне пришлось заблокировать больше 5000 человек. Это 5000, это полдивизии. Это два полных полка, если на военное переводить. Ничего не сделаешь, ибо Бог избирает, когда Он дает и силы по мере умножения где-то. Поэтому я сейчас стал... Марина и Г, или В, там, фамилию, чтобы они тогда не найдут. То есть полное, абсолютное безумие. И как написано? Злодеи злодействуют злодейски. Вокруг меня столько всего, это даже не выскажешь. Я даже подумал, наверное, на Путина меньше нападают. Потому что там за души не борются, а только обманут. Я бы дала, он никак. И, ну... На сегодняшний день... Вот то, что у нас было, требует усиленной молитвы. В прошлое воскресенье мы поехали посетить одного знакомого здесь, для иностранных граждан, где, не буду называть, и батюшка сказал не называть, там, чтобы не раззадоривать. Ну, а работает вторник, среда, а мы наружу там были, это УВД, главное управление УВД, по иностранным гражданам, тюрьма как бы, ну, там льгота у них какие-то, ну, также решетки, также колючая проволока, и не подойдешь, и... ну, и мы пришли. Пришли встречу, там вот я не вижу сегодня, ну, я ничего тут такого-то не скажу, там машина стоит, в машине Наташа, видимо, да, сидела, и Алексей пришел туда,
Ну, еще не запускали. Загуляем. Ну, за нами очередь какая будет, мы встали. Чтобы никакого зайти в зал нигде нету. В тюрьме там отдельно, где передача передает. Там заходят, сидят они полдня и тепли. А здесь вообще на улице пурга, дождь, все твое. Но там, что ты говоришь, они там слышат. Ну, пришла наша очередь, а мы взяли с собой аппаратуру, что-то записать. Какой записать? Там даже повернуться-то лишний раз не дают. Ну, я говорю, ладно-то, ничего не берите. А кто пойдет? Ну, я и пойду. Набрал всего, Надежда Васильевна помпушек напекла. Там я корни солодки взял, думаю, будет он для успокоения чай заваривать себе. Как кажется, от Юрги суши сушеное, там нужно такое, чтобы не портилось. Я посмотрел, чай разрешено. А почему это нельзя-то? Это тоже в чай идет. Там нет. Они не сказали о корне солодки. А почему? Они не знали. Они потому что запретили. Уже не примут. Но лук, чеснок приняли. Приняли. Ну, а свидания нету. Но я сам того не знаю. Пенсию свою заложил, маленько добавил. Ну, больше у меня нет, ничего нету. И сказал, я хочу деньги дать. Они уже обо мне знают. У вас какая пенсия-то? Вы же все отдаете. Они справки уж навели, а мы поехали. В воскресенье-то были. Все-то снято, уже там работа идет. Но не все знают. Стали еще спрашивать. Начальник у них над этим, в тюрьме здесь 3700 человек, полковник. Ну, а здесь Миша, но корпус хороший, подполковник. И, а я там взял, которое пришло, мне бумага пришла от прокуратуры. Представитель президента, видимо, запросил. Это прокуратура, а это на районную. И они написали, как обстояло, что человек этот приглашен был, у него нет гражданства, живет ни день, ни два, уже 5 лет. Угу. Это серьезное нарушение. И они ему штраф 2000 и явиться там через неделю. Он не приехал. И его, значит, отправляется он свободно, под наблюдением. Как наблюдение, видимо, где-то он должен давать знать, куда он едет, как. А он не приехал, они тогда опять приехали в Потеряевку и арестовали уже. Арестовали и уже теперь, кажется, на вычете. Теперь домой только по этапу. Да я больше не буду, там это не пойдет, у них инструкция. И мне пришло из прокуратуры, теперь он уже этапом пойдет туда. Я решил узнать, как. Ну, он мне сказал, как здесь. Ну, деньги тогда я не знал, что деньги эти там мало, а они помогут мне его увидеть. У них специально бланк, они в бланке записывают. У меня ксерокопию паспорта, записали деньги, и подпись он должен поставить, кого я принес. Вот как обдумано у них все это, здорово. Он должен прийти и на двух бланках там расписаться. И теперь при нем идут на него специально, как вот авто, какая называется там, ну, на вокзале, это камера хранения. И за ним такая, и при нем туда кладут деньги. Мне так сказали. Он расписался, а когда его везти, он подойдет и все. Все обдумано, чтобы ни сторожа никто не своровал. Знаешь, на всякое действие есть противодействие. Мне все понравилось. Я эту систему знаю. Мне все нравится это, когда по-военному, четко, безобманно и прочее. И его выводят. А тут, где он спускается, а с коридором, тут уже решетки, самые настоящие тюремные. Открывают, а тут дежурный военный сидит. Ну, расписывают. А раз расписывают, я говорю, ну, сядем, посидим где-то. Он подошел, меня обнял. Мы обняли здесь. И дальше стали. Ну, говорить я не знаю, а хоть какое слово скажи, думаю, все будет не так. Ну, думаю, спрошу безболезненно, как кормят, а уже знаю, как кормят. 3 раза и питание хорошее. Это действительно так. 3 раза в день и хорошее питание. И моет он, чистенький такой. Ну, я такие вопросы-то и задал. Они ни о чем больше никак. Подъем во сколько, как там, вот это такое, чтобы аполитичное было. Ну и расписался, он, да все, не надо, не надо, не надо. Я говорю, ты не надейся на свои деньги. Твои деньги прахом пройдут, но мои они до конца будут жить. Ты будешь видеть. Они тебя выручат в самой тяжелой обстановке, эти рубли. Я их молился. Моя слеза там крапилась на них, может быть. И по-хорошему. Ну и все, теперь начальник говорит, скажите, а вы в выходные приходили сюда? Какие выходные? Ну вот, суббота, воскресенье. Приходили. Вы снимали там. А зачем снимали? Я говорю, да потому что запомнить с 11 часов, там, дни, среди недели. И все, я заснял. А теперь я дома это увижу. Все это. Возил нас первый-то раз туда Пупков Сергей, наверное, да? Да, конечно. Я второй. Да ладно, пускай. И второй. Второй. Игорь первый раз. Первый. Это второй, да? А, я. Ну, вот так вот. Ну и... Теперь как там это будет что-то узнавать-то?
А зачем вы? А вы видео тоже снимали? Я говорю, да. А зачем? Все знаю. Не запрещается на улице, раз открыто, я свободно снимаю. В кабинете у вас, если нельзя, то и нельзя. Он, я понимаю, как у него у этого начальника, мы слишком там мерцающим светом. А не будет ли чего-то, что-то не так? Нет. Я уже опережаю мысли, нет, ваши все через это там говорит там где, от мозга. Грубо говорите. С газона сойдите. Ну, отойдем не в сторону. Видит, слышит все. Поговорили. Видео. Теперь этот человек, о котором я говорю, он будет идти этапом. Этапом это не свободно. Если этап попадет железной дорогой, это означает так, здесь тебя сдадут сейчас в местную тюрьму. Дальше тут тебя накормят этой селедкой, соленой, пить не дадут, чтобы ты на двор не просился. И три дня будут вести. Тут все тоже обдумано. И довезут, допустим, у них перевалочная база Новосибирска, самый лютый конвой, который я видел. Они заберут тебя, довезут, в тюрьму сдадут, теперь ждут следующий этап до Самары. Теперь он будет сидеть в тюрьме. А когда? Бывает, этап идет через 2 месяца. Ну, мало туда идет. Это ждать надо. Иногда, говорит, перевести вот это расстояние, которое он за полдня пролетит, бывает от 3 до 5 лет едет. А то государство предупреждено, все выходные, до этого он мог в какой-то пункт двинуться в сторону Турции, там быть, а там оттуда уже может домой. Теперь никуда, в одни ворота только будут. Поэтому Солженицын говорит, если тебя эти шестеренки государственной машины уже зацепили, не сопротивляйся, иначе кости переломают. Теперь старайся как-то менее болезненно выйти. Человек этого не знал, и ну, мы молимся. Сегодня Гаврил, батюшка считал, не он виноват, а сатана. Он-то тоже виноват, что ему позволил дьяволу через себя действовать-то. Ну, по-другому никак. Так что этого человека вы знаете, у нас были очень хорошие отношения. То есть очень хорошие. И батюшка наш, сколько уже он, 30 с лишним лет священник, говорит, такого не встречал. В начале января здесь причащается. И через неделю все намертво отрицает. Вся патриархия, вся эта ересь, все ересь. А государство там, Путин все вместе, антихристы. Начал проклинать, анафеме предавать. Батюшка опешил просто. Ну и только причащался. Нет, все это неправильно. Ну, они все это записали. Они все это выставили. Так что тут политический вопрос даже замешан. Российская Федерация занимает не свою землю. Ну, позвольте. Не свою землю. На эти земли пока открыто не претендует ни Америка, никто. Это в частном порядке. Мы все это показали, собрание идет. И теперь начинают уже на меня. А, вы там посадили, а теперь идете. Понимаете? Люди ничего не понимают. Ну, Господь изгнал человека из рая или нет? Ну, трагедия, изгнан, смертью умрешь. Он только выходит, и Господь сразу же его и пожалел. Уже и шкуру ему дал, надел. У нее шкура там какая, уже есть чем укрыться. И Господь наказывает блудного сына тем, что никакого общения. Он дошел до того, что со свиньями, если из корыта хватает, притча говорит-то. А когда пришел, он ему и одежду сменил, и посадил за стол, я тебя ждал, сын мой. Притча о блудном сыне. Так что люди, которые начинают ворчать, они не знают. Дело в том, что если человек не прописан, гражданин другого государства, и мы его приняли, и год за годом не говорим, а мы такой труд положили, чтобы получить регистрацию, статус деревни, то это все просто с нас, а не с тех, кто там что-то против, не с этого человека. Я 32 раза только был на приеме в прокуратуре. Может, 58 раз только в краевой администрации. Какие нам препоны ставили? Пришлось ехать в Белый дом в Москве. Там у нас был свой отец Глеб, депутат, провел туда отца Акима. А человек, который нарушает это, делает нас врагами государства, он ничего не теряет. Поэтому мы сделали все как положено, не напрасно он носит меч. А дальше все зависит от обстановки. Поэтому мы молимся, и вот люди с убеждением имеют по кончику носа, который из окопа высунулся. Ты ничего не знаешь, ты попроси. Вот вчера, когда звонят, я не сразу ответил вам по телефону. Почему? Непрерывно звонят пакости, чтобы сказать. И были мы вот в этой, в клочках, и священник, похоже, там он лютый такой, натравил, ребятишки хохочут, непрерывно звонят. Ну, я знаю, лекарство какое. День послушал, а потом больше не звонит. И вот вчера он позвонил по телефону. А я и Володе говорю, я не отвечаю, думаю, когда он заговорит первый, вы помните, необычно, обычно сразу, алло, я слушаю. Это сын звонил у меня, а, я говорю. Я молчу, ага. Но сын, сын, сын-то не на дороге взятый, от вас.
от ваших средств. Нет, он говорит... И ваша домашняя обстановка, температура с него пошла. Я Володе подошел и говорю: Володя, вот я его сказал, и сердце мое расположилось сразу. Я ни в фальши, ни в голосе нигде не услышал. А уж я с людьми работаю, как называют там великим психологом и прочее. Я не такой, не психолог. Но, совершенно. Блин, красное, говорится, от белого отличить могу. Ну, вчера поговорил. Смотрели ролики, вот эти все видео, все. Потом я подумал, этот самый, проснулся утром, ну, надо искать телефон, все-таки, может, в интернете. Я вот в интернет написал, ваша фамилия, имя, отчество, все. И вот все вышло, телефон, все, этот самый. И мы решили вам позвонить. Вот, сын постоянно смотрит ваши кошек, ему нравится. Да, я сказал, вот сердце расположилось сразу. Я не знаю, может быть, умный такой человек, специально скажет, подосно узнать. Даже порошинки нигде не было. Я, Володя, сажусь за стол, говорю: Володя, сердце полностью расположилось. Я как будто рядом с ним сижу и вижу. Мы представили сразу. Да, ну, сразу. Можно сказать что угодно. А может, за забором ты стоишь здесь с ножом. Прячешь о нем, говорит, за голенищем. Ну, есть такое стихотворение одно. Не суди о том, чего не знаешь. Вот плетется по дороге нищий. Ты о нем от жалости рыдает. Он же прячет нож за голенищем. Вот так, что в жизни бывает. Но по голосу Бог мне как бы, ну, сказал, отопри ворота. Я так, чтобы раз поговорили и к нам пригласить, у нас это никак не бывает. Но это практически первый случай. Спасибо. И при том, человек другой религии, другой нации. И, ну, это надо просто видеть было. Мы не виделись, я тоже первый раз его увидел-то. Вот вам представь себе, я-то против него какой. Только зашли он за руки, меня встал на колени на этом, и это точно ему подражает, и я готов перед ним упасть, если чем-то бы так как-то виновен был. Все, конечно, ролики вы не посмотрели. У нас 10 400. Если вы будете по одному ролику смотреть, это ровно на 13 лет. Мы вот начали вот месяц с лишним назад мы начали смотреть. И вот каждый день я вот вечером смотрю ваши ролики. Ну, вот может быть, все. Одну двухтысячную только посмотрели. Вчера смотрели мы в Баку, как вы были в Баку. Да, я скинул вам. Да, и вот это, да, я на хорошо, беседа, да. Хорошая? Да, да. Там Муласы. Потом вот, в Тбилиси были, да. В Ереване, все, вот это, весь Кавказ, как на газели вот вы ехали там, все это. Мы все это понимаете, посмотрели. В жизни вот никогда не обдумаешь. Вот у нас его нету сегодня. Это Николай это, Павлович. Крущина. Едем дорогой. Представь, проехали уже все. Испания позади, все эти быки. Теперь мы в Португалии. Вот он, Лиссабон. Ни языка не знаю. По-английски бы дело другое, там по-немецки мы бы еще, кажется, столковались. Вообще ни одного слова не знаем по-португальски-то. Дорога, трасса. И вдруг Николай, гляжу, раз, поворачивает резко в сторону. На улице небольшая такая совсем. Я говорю: а куда ты? Не знаю. А зачем повернул? Не знаю. Да как так? Мы же ехали вперед, и там, может, где-то кто-то знает. А тут еще в подворотне-то знает. И вдруг сидят три пожилых человека. Кажется, четвертый, более-менее так, еще молодой. Тормозит. Выше начали говорить. Они ничего не понимают. А один чисто по-английски, размеренно говорит, как будто нас ждал. И мы говорим: вы знаете, русский здесь храм где-то есть, православный-то? Знаю. Он недалеко здесь, ну, ехать, конечно, там полчаса, допустим, или сколько-то меньше. Ну, 20 евро нужно мне туда и сюда, и у вас есть деньги-то? Конечно, есть. Но деньги нам дали такие, которые нигде не принимают. Обычно 100 евро, а тут 500, это... 500 я даю евро, ни на одной заправке не принимают, они даже не смотрят, а мы не принимаем. Обман слишком большой. А там, видимо, знают. И они к этому обращаются, говорят: тот пенсионер, говорит, но он богатенько живет. Мы его пригласили, он деньги принес, и мы из рук в руки, а этому 20 отстегнули, как говорится, и он повез нас. И рядом, куда доехали мы, полицейское управление какое-то, участок. Он говорит: я сейчас зайду, спрошу. Он зашел, спросил и говорит: так они рядом, вот прям соседи, совсем. Но у них, видно, креста наверху нету. И вот мы ничего не знаем, но Бог приготовил как? Туда за год раньше приехал отец Геннадий Фаст. И он там рассказывает все про меня. И в это время, когда зашли, а там, где запасной ход, панамарка называется, выходит такой солидный мужчина: а кто вы будете? Я говорю: мы с Алтая. Я говорю: Лапкин. Он сразу туда-назад за пивку выносит нам просоры. Никуда. Сейчас выступит священник, потом вы чашку приготовили, сейчас евро будем собирать вам на дорогу.
Это вообще надо видеть. Никогда не видели, не знаем. И он дальше меня представляет народ, а то все у нас снято. И как мы оттуда выехали. Вот как у Бога вымерено. Зачем Николай повернул, не знает. Как попали? Ничего нельзя, а мы не могли даже до Мадрида добраться, и мы оставили там, чтобы тогда все распределили и дали. И люди стали покупать у нас, мы еще. А что вам нужно с собой? Я говорю, помидоры. И там помидоры, интересно, на ветке, а помидоры небольшие вот такие. Ну, как бильярдные шары. До того твердые, если зубов нету, десны порежешь. И висят на ветке, не помидоры, а с ветками продаются. Так наши-то помидоры. Я не знаю, это царица какая-то или кто-то есть. Мягонькие, сколько... А там и влаги-то ничего в них нету. Но зато их можно везти за океан. Вывезли. Ну, вот подали, мы все это припомнили. И вот эта встреча, это предусмотрено от вечности. Я рассказал ему, как наш дедушка, материн отец, через деревню какая-то трасса была, казахи проезжали всегда. И у деда был постоялый двор, у моего дедушки. Он добрый-добрый был. Чтобы воры не воровали пасеку, он всегда на ночь выставлял соты, мед на колодке, чтобы кто пришел, чтобы поел, но пчел не убирал. И он, когда к нему эти едут, казахи, а потом коснулось ему куда-то ехать, и узнали, он через их аулы, кто-то узнал, так они, говорит, там крик подняли, там аул весь поднялся, его на руки взяли, через всю деревню на руках пронесли. Это вот мы рассказывали, это тот русский, а может это по его молитве, теперь у нас такая встреча. Вот когда задумаешься, во тьме идем, буквально сквозь тусклое затемненное стекло смотрим. Если Господь благословит, ну, 10 июня я выезжаю. Вот примерно к этому моменту. Ну, не, если поедет и султану понравится, то не на один день. Месяц, ну, никак на месяц только. Вы нас знаете, видели. Вам не запрещено при вашем, что вы рассказали о себе. Это ничего нас не препятствует. Вот у нас было такое, приезжали, у нас были тоже и мусульмане, и были, приезжали новые секты. А я говорю, а как вы попали сюда? Теща православная, кандидат каких-то наук, русовский, прямо сказала, везите Клапкину в лагерь. А его привезли, он нетренированным, мальчишка Юрга такой. А как молится? Мы вот так молимся. Ну так и молись. Но только молиться надо заходить. В храм, все нормально. Мы ему ни разу не говорили, он только и говорил, вот интересно у православных, как пишут, если зима, по снегу босиком ходят, если лето жаркое, шубу надевают. Он по житиям святых-то. Ну и проходит неделя, вторая, вот теперь он стоит в храме и молится. Твоя девчонка к нему как раз расположена была. Ближе всех, вон ее. Маша. Ну да. Маша. А он все это снял. И никто не считает Библию. Он один поиграет где-то маленько, опять смотришь, один сидит и читает Библию. И они когда приехали, а оба высокие такие, худенькие родители. Ой, Юрка, да ты совсем православный стал. Так интересно. Мы ни разу ему не сказали, как молиться, что как тебя родители научили, так и молись. Но он увидел там, где Господь. Так что один Бог знает, как быть, что. Потому что у меня были цыгане. А чем цыгане хороши? Пример. Пример, что они здоровые, никогда не болеют, но все время воруют, ничего не делают. Вот так. Ну и отвадил, перестали воровать. Вот такая заслуга. Еще хотела бы. Я хотела спросить, в свете вот всех этих событий, вы говорите, все входы, выходы закрыты. В любом, даже в частных домах, кто живет, люди, ну вот, если есть решетки на окнах, одна решетка должна всегда открываться замком изнутри, чтобы можно было в крайнем случае выйти, если вход вдруг, ну, обвалилось что-то там, не знаю. У нас есть какая-то решетка? Есть такая. А какая? Все это, что не надо, тебе бежать? Будет сказано, когда. И в доме, ты все это обдумано. Ты же всего к ней стоишь. Две. Это с первого дня, при том, когда... Ну, вот просто вы объявите, мы, я вот не знаю. Не надо. Никого там. А где ключ от нее? Все нормально, ключ у меня. А если ты дома или в тайге? Здесь. Я позвоню и тебе скажу. Так они в тайге участвуют. Ну все. Сейчас не буду сказать. Как тот охранник первый ушел. Подделают ключ и зайдут. Мы надеемся на Бога. Не подделаешь. Напрасно бодрствует страж. У меня был мальчик один, очень хороший. Просто хороший. Ну, родители, вот по примеру сказать. Вы знаете, он требует особого подхода. А почему? А вот... Нефть, если найдет, у деда такое же было, из него пена идет. Так, подождите. Так, не знаю, где еще взять. Говори. Ты через... Спаси Христос, через час можешь позвонить, собрание идет.
ну, Макс. Так, подожди, не, пускай, скажи, ничего не было и не будет. Так. Ну ладно, у меня там толстое письмо лежит, как его арестовывали дорогой, там все, и он... Все. Да ладно, все, пока у нас собрание идет сейчас, потом, позвони. Да и все равно, кто это, кто не понимает, что такое собрание-то? Ну, прощаем ее, все. Заботиться о мне. Прощаем. Вот начинаю, когда говорить, и все надо свести к тому, что ничего не знаем. Не знаем. Теперь мне упреки из-за того человека. Вы ему разрешили здесь, а что я разрешал-то? И вдруг нигде записи, ни паспорта нету. В это время были в лагере. И как это могло быть? Всегда записывали одного. Вот все сошлось. Теперь меня гвоздят уже свои люди. Конечно, мы через тебя поверили, который у нас был, с которым там такой конфликт. Ну, таким не был. А вы что, не могли узнать? Говорит, надо, чтобы был прозорливый, а я прожорливый. Одна буква не та стоит. Вот батюшка прозорливый. Он только приехал, сразу батюшка сказал, какая-то беда от этого человека будет. Когда я из Америки вернулся, гляжу, где теперь там гостиница у нас, ну, называется Саманной, гляжу, там человек, я говорю, а кто это? Да это подполковник милиции, пенсионер, значит, Геннадий Петрович Дружинин, у него сын там у нас был. Я говорю, что не знаю, батюшка, я тоже приехал, гляжу, он там на огороде у сына, очень нехороший человек. И он потом на нас жалобы, прокуратуру пачками завалит, но никто не отреагирует. Он всякие пакости делал. Мы наняли, заплатили, два бульдозера привезли на этих, на площадках их туда. А он узнал, надел форму, пришел, нельзя копать здесь. Ну отойди в сторонку. Нельзя, может там внутри стратегический кабель. В околке, в деревне стратегический кабель. Трактористы не пошли дальше-то. Потом он напугался, прибежал к моей матери, упал и говорит, Мария Егоровна, что я наделал-то? Наверное, черт меня туда притащил. Может быть. Черт притащил его туда. Ну и такие вот пакости делал. Но ничто не сработало. И поэтому, когда на меня, я подал в суд, а прокурор один его прикрывал, тут широкий где-то, и скрыли от меня, ровно 40-й день ему черная заноза, инсульт и умер. Видишь как, Бога не обманешь. Ты добро сей, добро к тебе вернется. Ну а сын ушел в еретики, там, в американскую секту, там, это, еврейскую собирать, евреев, ну, пушечное мясо там, видать. Вот так. Все. Еще у кого-то есть? Давайте. Слово? Нету. Охота уже дует. И кушать. Петь охота. Воистину, Боже, Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Спасибо. Вечером в 6 часов тоже занятия, да, Сергей? Видите? Да. Зеленый, зеленый, Володя. Вот это популярный цвет мусульман. Здесь я разбираю Коран по всем сурам и аятам. Наше сравнение с Библией. Это все библиотеки, я лично подарил. Вот отдельно. Вот евреи, вот они любят золото. Сережа, ты куда идешь? Ой, дома. Так называется, первая страница. Песенник кто-нибудь из сестер, принесите, пожалуйста. Это мои все книги, вот у меня вышли, да? Вот лежат, это все мои. Это все ваши. Это все мои.
Задебить я бы. 50 лет такой материал. Читай, что написано. Верю в Библию, Коран. То есть по сурам, по аятам до одной строчки Коран весь разбираю, как его смотреть. Вот так. Поэтому мусульмане где-то желают что-то больше узнать. Они я как дырочка на полу. Специально. Это поэзия. 300 поэтов за 300 лет. В России что сказали по определенной тематике. По всем Христосам это понятно было. Каждая книга 752 страницы. Вот я сейчас покажу. Вот. Это поэты России какие были. На каждый вопрос студентам я отвечаю 6 поэтами. Не трогать. 6 поэтов. Пока прыгают, что говорили они? О мире. Видишь как? Какой материал? Два термоса возьмем. Как Дядька, 64 страницы с такими фотографиями. А это вот Серафтонов, Новый Завет, толкование. Лучшие иллюстраты от Тимы, Густав Доре. Густав Доре, вот он здесь. Все библейские персонажи. Это чья? Назад жил. Ну, на тот стол, Ванечка. Это мы сами разбросили. Я приготовил, я не знаю. Вот это книги вы начали писать почти что с советских времен. Писать начал 9 лет назад. Вот, теперь уже 14. 9 лет назад, да? 9 лет, через как они вышли, уже 15 лет. Ну, 9, это выходит что? 24 года назад. Я сам сел за компьютер. Ну, что-то не знал. Теперь сам верстаю. В пейджмерке работать. В фотошопе пришлось. Ну, и вот 38 книг. И еще 7. Интернет-версия. Здесь моих стихотворений В Библии. Дальше. В каком году Мухаммад такие совершал битвы? В истории. Я работаю с Библией. Это огромный материал. Так что, да, конечно, это большой. Даже не выскажешь, какой огромный материал. Они по ним диссертацию защищают. Я не вылазил 9 лет. Каждый день 14-16 часов за компьютером. Выходные все, даже несколько лет пропадался. Сон у меня доходил до 2600 по сутки, это Бог дал. Я вот сюда положу. Так что все здесь, абсолютно все, что бы ты ни спросил, здесь все сказано. Ну, я видел еще у вас дома лежит тоже Коран, книга. Да, у меня Коран лежит дома. Коран. Они говорят, Коран. Дальше побудьте, сейчас здесь, сейчас попадет с одной победы, я потом приду, занятия будут, а потом уже я ему покажу. Да, он постоянно говорит, спрашивает. А почему они у вас уходят под подвал? Да, сами запускаются. Сами куда? Или они сами куда? Сами ходят. Они ночуют там. А, пока смотрите, считайте, видите, все еще понравится. А у тебя кошка есть? Она очень боязливая. Она вылезет, она умрет. Ты можешь зайти глянуть. Так, смотрите везде, считайте все, где мы уже здесь, в коридоре. Сейчас все, все приготовим. Ну что-то хочешь спросить. У вас сколько детей? Вот они все. Да, вот тут вот. Духовные. Духовные дети. Вот сейчас говорили, на службе варь, это их брат. Я делал президентскую партию. Нет, вот она девушка выступала, женщина, которая выступала. Это правда. Девочки, посмотрите, Саша, мне идти надо. Тут поищите. Нас так это ищите, значит, я учился в Иркутске. Я пошел снимать буду там.
Источники тебе, вот они, насколько сокрыта во Христе, все мои источники тебе. Не в желаниях я ищу покой, я заберу. Счастье дарно